Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим торт с манго и маракуйей. Первым делом давайте приготовим пюре из манго и маракуйи. Для этого нам нужно взять одно большое манго, у меня приблизительно 300 грамм. Половину манго мелко нарезаем, добавляем 50 грамм сахара и увариваем до легкого загустения. Потом отключаем и добавляем нарезанными квадратиками оставшуюся половину манго. И в конец добавляем 1,5 маракуйи. Друзья, наше манговое пюре готово. Дальше готовим крем. Для этого нам нужны сливки 300 грамм, обязательно холодные. Сахарная пудра 3 столовые ложки. Маскарпоне 250 грамм. Ванильный экстракт 1 чайной ложки или ванилин 2 грамма. Дальше готовый крем я переложила в кондитерский мешок. Друзья, манговое пюре готово, крем готов, он уже в кондитерском мешке. Как приготовить бисквит, в этот раз я показывать не буду. Вы можете пройти по ссылке в описании или вот здесь в углу и прямо сейчас посмотреть, как я готовлю этот бисквит для другого торта. Осталось разрезать бисквит и намазать наш крем. Разрезаем бисквит на две части. Сперва выкладываем пюре равномерно на корж. За счет пюре бисквит прекрасно пропитывается, поэтому мы отдельно пропитку не делаем. Дошла очередь и крема. Наносим оставшийся крем на корж. Все, друзья, осталось украсить. Украшаем торт как нравится. Я решила украсить кубиками из манго, а по краям обсыпать миндальными лепестками. Ставим в холодильник. Все, друзья, наш торт с манго и маракуйей готов. Он очень вкусный и экзотический. Подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Будет много интересного.